Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хочу похвастаться. Приобрел в том году штук 5, по-моему, индоуток. Вот смотрите, мама. Молодец. Значит, приобрел индоуток. Они самостоятельно выросли. Переловили всех мух, тараканов на улице. Гонялись за всем, кто мимо пролетал. И теперь... Где-то буквально неделю назад, меньше даже, они самостоятельно сделали кладку, там где-то сныкались. И мне только пришлось проследить, когда она пришла жрать, вернулась с этого, спахавать. И вот она высидела одна девятерых, и вторая там что-то, сейчас пойдем вторую посмотрим. Единственный момент, я их сразу от мамы отделил, потому что мама имеет такую неприятную особенность ходить. Там, где сходить не надо, соответственно, они настолько глупые, они немые, короче, глухонемые. И у них нет вот как у курицы. Цыпленок запищал, курица возвращается. А это и пофиг. Он там что-то пипи, она ушла, побросала, все, просрала. Я, посмотрев на эту картину, решил, что пускай они пока посидят заперти, подрастут трошки, чтобы хоть чуть-чуть могли уже там бегать нормально. Тем более сейчас холода нет на ночь. Маму бросаем к деткам, она их греет. Ну, что я хочу сказать. Очень прикольные цыплятки. Самое главное, что все это очень лениво для меня. Самостоятельно оплодотворились, совокупились, а потом и вылупились. Я при этом совершенно не приложил никакого физического и морального труда. И даже сейчас, в принципе, можно было не сажать их там, отсаживать, но лучше, так скажем, для, как скажем, чтобы не было потерь, минимизировать потери, я их вот таким образом оградил от внешних воздействий. Индоутка пробовал на вкус, очень неплохое мясо, гораздо приятнее, чем просто утка, что-то такое, как вот эти мулары, как их там называют. У меня видео было, кстати. Ел, классная утка. Мясо не особо жирное. В духовке самое оно. Тут та же картина, в духовке самое оно. Но выросли достаточно быстро. Едят все. Траву неплохо едят. Короче, выщипывают все, что вокруг. Все, до чего дотянули хоботы, все съели. При этом неприхотливые, не болеют. Гуси вот у них есть. Смотришь. Побило как с одиозами, они крылья поопускали, все, ходят, обосранные. И у этих же вон никаких проблем. Иммунитет развит неплохо, и таких болезней пока я не заметил у них. Никаких детских болезней. Одна болезнь — кричать плохо умеют, поэтому мама может уйти их забыть. Все, пойдем мы сейчас посмотрим дальше. Так, ну, в принципе... Все, что хотел сказать по индоуткам, хочу заметить, если кто будет, и возможность, допустим, выгула нету такого закрытого, имейте в виду, очень быстро они теряются, потому как кричать не могут, мама их туповатая, ушла, не увидела, оно где-то там забилось в траве, коршун прилетел, съел, собака затоптала, те же соседи гуси побили, все. Поэтому имейте в виду, надо оградить от внешнего воздействия, либо оградить, чтобы они не могли уходить никуда. Они хорошо и так растут, особого там им выгула не надо. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, разводите интоуток. Всего доброго.